Все, приехали. Все, короче, приехали. Давай колышки. Да? Конечно. Колышки, отлично. Сейчас будут колышки. У нас реклама. У нас рекламная кампания. Мы умышленно залезли. Рекламная. Сейчас мы посмотрим. Это тупо надо понять. И простить, если умеет нужно. Сейчас посмотрим, что тут у нас. Так, смотрим. Да, вот они. Это колья металлические. Из какого-то офигенного космического сплава. Да, супер титаниум какой-нибудь. Какую нагрузку они держат? Понятия не имею. Мы ничего про них не знаем, но я сейчас даже испытаем. Правильно сплав этот не знаю. Ну, мы не рекламируем, давай. Да, мы просто его продвигаем. Просто будем проверять. Ну хорошо. Работает эта лабуда или не работает? Я думаю, что не работает у нас. Мои ставки таковы. Держи. Давай. Тащи. О, тяжелый какая, ничего себе. Да я же завязан с ней. Вот такая вот супер штука. Ну, это лучше, чем я. Наверное, лучше посмотрим сейчас, как бы. Надо просто все вбить, на самом деле. А? Все вбить. Ну, вообще глупо, потому что тут рядом деревья. Кто же будет лебедиться за эти штуки, если рядом деревья есть? Ну, мы для испытаний. Мы для испытаний, конечно. Сделать красивую фотографию. Конечно, мы для испытаний сейчас все сделаем. Вот такая вот штука. Не знаю, как-то она странная очень. Она длиннее, мне кажется, должна быть. Кувалда где у нас? А, вон, вижу. Да нет? Нет же, значит. Готовь. Я уже задолбался. Ну так вот она, да. Она. От верха? Она так слабо? Она так слабо будет, потому что я ее забивал, и та сместилась. Ну давай, опускай, ладно, пусть так держится. Снимай прям подробно, как они надеты. Хорош! Шакл? О. Да? Вот это сними, кстати, что не влезает. Нужно побольше проушина, да? А что это вы тут делаете? Дайте шакал побить. Киньте ему шакал в окно побечь. Слушай, ну их, наверное, под углом надо вбивать, парни, нет? По инструкции-то нету. Мы под углом и вбили. И они стали ровные? Они стали ровные.
Просто они не рассчитаны под шаклы. Чё? Они под шаклы не рассчитаны. У тебя есть шакл? Поменьше. Поменьше, да? Поменьше есть? Есть, да, парочку. О, что, этот не лезет? Да. Ну, он строительный, сразу говорю, я не знаю, насколько он может. О, отлично. Великолепно. Зато мы можем в случае чего воспользоваться спасительными соснами. А если мы зайдем какой-нибудь. У тебя нет поинтереснее молотка? Все бы это выглядело. О, все! Огонь, испытания за закончились! За огонь. Так задумано. Я куплю тебе 3 таких новых. Большую сразу ему купи, чтобы не мучился. Да. Это нереально просто. Ну все. Бревном надо как-нибудь сделать. Потому что номинально работает, получается. Номинально работает, но очень тяжело использовать. Плюс мы еще не знаем, понимаешь, если бы было какое-нибудь поле, да, надо в поле заехать. Не, представь, допустим, сухое поле, ну не сухое, не сухое поле, а, да, какая-нибудь яма, из которой тебе надо... Ну, надо найти поле, короче. Ну, ладно, парни, смотри, холодно, скажу, просто лень было. А! Вот начинается. Вот это да! Вот так вот. И плюс твердый грунт нужен. На твердых грунтах, возможно, она... Слушай, ну на твердых ты застревать, скорее всего, не будешь. А если, представь, вот ты стоишь где-нибудь... бурной речки, ты застрял в ней. Пока ты полоски эти будешь вбивать, тебя нафиг снесет. Я думаю, да. Ну что, попробуем еще раз. Давай. О, нет, сейчас пойдет. Которая вот пошла по углам, она и держится, а это так. Смотри, работает. Ну, сейчас он вверх просто вытащит. Ну, да, чтобы на балое, блядь. Ой-ой-ой-ой, что ты. Смотри, работает, оказывается. Работает! Что я могу работает, сказать? Да. Блокировки-то работают. Действительно работает. Причем на достаточно мягком грунте. Да. Не 3, как положено было, а 2. Братан, тут корни. Очень много корней. Ну, все равно есть. Есть за что. Слушай, ну тут...